Сегодня в одной из групп в социальной сети ВКонтакте появилось сообщение о теракте. Некий пользователь под ником «Террорист» разместил сообщение о том, что на одной из детских площадок в городе будет взорвана бомба. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранительных органов автор сообщения был найден. Им оказался мальчик 12 лет, житель Нарьян-Мара. Как рассказал несовершеннолетний сотрудникам полиции, сообщение он разместил для того, чтобы посмотреть на реакцию людей. Написал от террориста, что я взорву бомбу на кораблике в 5 часов. Ты сам придумал этот текст? Да. А тебе после этого начал кто-нибудь писать? Нет. Как сообщили в полиции, мальчик на учете не состоит. До несовершеннолетнего и его мамы доведена информация об ответственности за ложный вызов. С родителями и ребенком проведена профилактическая беседа об ответственности за заведомо ложное донесение об акте терроризма. А в настоящее время полицейскими по данному факту проводится предварительная проверка. Согласно статье 207 Уголовного кодекса, за заведомо ложное донесение об акте терроризма максимальная мера наказания до 5 лет лишения свободы. Сотрудники полиции призывают родителей следить за досугом своих детей и не оставлять их без внимания, особенно во время каникул.